Я бы хотел рассказать вам о том, каким образом мы в МВФ рассматриваем как экономические показатели Беларуси, как с точки зрения исторической перспективы, так и в части сравнения с другими странами. Я бы хотел, в частности, ответить на следующие четыре вопроса. Как белорусский опыт переходной экономики сравним с опытом других стран? Почему рост замедлился в последние годы? Является ли модель роста устойчивой? И могу сразу сказать, что нет. И как можно это исправить? Во-первых, если мы посмотрим на последние 25 лет, можно отметить достаточно солидные темпы роста в Беларуси. Рост ВВП на душу населения с 90 по 2014 года отмечен достаточно хорошими показателями, причем Беларусь среди сопоставимых стран занимает чуть ли не лидирующие позиции. Здесь, конечно, нужно понимать, что исходное значение ВВП на душу населения в 90 году достаточно серьезно повлияли на то, насколько позитивно оценивается динамика развития за последние 25 лет, но тем не менее, рост был существенным. Тем не менее, за последние годы, как вы, вероятно, знаете, рост замедлился, и мы здесь выделяем три этапа макроэкономического развития Беларуси. Сразу после обретения независимости наблюдалась консолидация и наращивание ВВП, затем еще более активный рост, затем в последний год отмечается замедленный рост. И мы надеемся, что Беларусь выйдет на четвертый этап устойчивого роста после 2016 года. Позвольте, я проиллюстрирую эти различные этапы. Этот график показывает вам резкое сокращение ВВП в начале переходного периода, когда все страны становятся независимыми после распада Советского Союза. Практически все страны продемонстрировали резкое падение уровня реального ВВП на душу населения, зачастую вплоть до 50%. Беларусь находится где-то в середине этого графика. ВВП упал менее чем на 30%. Так что спад в самом начале независимости был острым. Затем, начиная с 1995 и по 2008 год, отмечался бурный, стремительный рост. И среди стран с переходной экономикой в регионе никто не рос так динамично, как Беларусь. Но начиная с 2009 года, как вам, вероятно, известно, темпы роста замедлились. Этот график показывает вам среднее значение роста реального ВВП. Дело в том, что я привел нисходящее значение в процентах для того, чтобы значения были не столь волатильными для большей наглядности. Если сравнить показатели с такими странами, как Балтийские страны, страны Центральной Европы и страны Юго-Восточной Европы и России. Конечно, причина замедления роста связана с внешними факторами отчасти. Если мы посмотрим на рынок экспорта Беларуси, то в последние годы показатели не настолько хороши. Рост экспортного рынка в процентах на годовой основе относительно пятилетнего скользящего значения показывает неблагоприятную динамику. Это связано с рецессией в России и Украине, конечно же, так что внешние факторы, безусловно, влияют на Беларусь. Но это не единственная проблема, с которой сталкивается страна, и уж, вероятно, не самая насущная. Страна сталкивается со структурными проблемами. Рост в Беларуси был обусловлен неустойчивым инвестированием в стимулирование внутреннего потребления. Это привело к балансу, платежному балансу. Рост инвестиций привез к накапливанию капитала, который не был обеспечен производительностью труда. Так что заимствованный и использованный капитал не был использован эффективно. График показывает отношение инвестиций к ВВП. Мы видим, что с 25% ВВП до практически 45% ВВП в 2010 году выросли инвестиции.
это значительно более высокое значение, чем по сравнению с сопоставимыми странами. Проблема с этим повышением инвестирования была связана с тем, что зеленой линии показаны сбережения, внутренние сбережения, которые росли не столь динамично. Рост инвестиций, который не подкрепляется ростом сбережений, приводит к определенным проблемам. И этот разрыв был отражен в счете текущих операций, что привело к серьезному дефициту. Этот дефицит счета текущих операций был бы еще более значительным без поддержки со стороны России, поскольку, как вам известно, Беларусь импортирует нефть и газ на ценах ниже рыночных. Если бы Беларусь импортировала нефть и газ по мировым рыночным ценам, то дефицит счета текущих операций был бы еще значительнее. Ускорение темпов роста внешнего долга показано на этом графике. Но на момент 2006 года он составлял порядка 15% ВВП, сейчас он составляет почти 70%. Это, очевидно, тенденция, которая не может продолжаться таким же образом. Также рост государственный долг, пусть и не так стремительно, как внешний долг. Также росли значения заработной платы. За последние 10 лет в долларовом эквиваленте заработная плата утроилась. При этом она не была подкреплена аналогичным ростом производительности труда. Как следствие, это возымело негативное влияние на конкурентоспособность экономики. Ситуация является неустойчивой, и случилось несколько кризисов платежного баланса. Во-первых, следует обратить внимание на красные столбцы, которые указывают на резкие колебания обменного курса доллара к рублю. На графике очевидны резкие события девальвации, более чем на 30%. Верхняя часть графика показывает изменение в валютном курсе официальных резервов, и зачастую до изменения обменного курса национальной валюты также снижаются валютные резервы. Это не единственная проблема. Также есть проблема с точки зрения предложения. Конечно, ВВП может расти за счет более активного использования труда, за счет более активного использования больших объемов капитала или за счет более эффективного использования факторов производительности. Как вы видите на этом графике, желтой линией показан вклад капитала в рост ВВП. И этот вклад рос более динамично за последние 15 лет. Вклад труда, по сути, не менялся. Так что при росте вклада капитала следовало бы ожидать и роста вклада труда. Но при этом отмечается падение совокупного фактора производительности. В середине 2000-х годов совокупный фактор производительности вышел на свои самые высокие показатели в истории независимой Беларуси, затем стабильно снижался, что также обусловило проблему платежного баланса, поскольку все инвестиции не были подкреплены эффективностью производства. Можно ли продолжать действовать в условиях такой же модели? Но без реформирования уровень жизни, скорее всего, будет падать. Ну, конечно, можно думать, что с этим можно бороться просто за счет стимулирования кредитования и роста заработной платы, но это приведет к очередному кризису платежного баланса, к очередному падению уровня национальной валюты и снижению уровня жизни. То есть без реформ уровень жизни, скорее всего, понизится. Очевидно, необходимы реформы. Беларусь имеет две проблемы. Проблема макроэкономического уровня, которая проявляется в крупных дисбалансах и постоянно возникающих кризисах платежного баланса, и микроэкономические проблемы, которые связаны со слишком низким уровнем производительности. Эти проблемы связаны друг с другом.
Например, неэффективные компании не могут возможности экспортировать. Этот график показывает вам долю Беларуси в российском импорте. И вы видите, что за последние годы отмечается стабильное снижение. Малопроизводительные предприятия, неэффективные предприятия, которые не могут экспортировать, оказывают давление на платежный баланс. Решать нужно и макроэкономические проблемы, и микроэкономические проблемы. Что касается проблем макроуровня, то необходимо сокращать внешние дисбалансы и инфляцию. И как вы уже слышали из предыдущей презентации, в этом отношении достигнут определенный прогресс. Также постепенно следует избавляться и отходить от директивного кредитования, а также плавающий обменный курс, который был внедрен недавно, следует сохранять. Решение проблем микроэкономического уровня, конечно, поможет в преодолении макроэкономических проблем. Для разрыва повторяющихся циклов необходимы структурные реформы. Каковы же меры, которые потребуются в ближайшее время? Либерализация цен. Пусть цены регулируют рынок. Установление тарифов на коммунальные услуги на том уровне, который обеспечивает покрытие стоимости предоставления этих услуг. Также постепенный отход от обязательных, доводимых до предприятий целевых показателей. Пусть предприятия сами решают, что им выпускать и как. Как это происходит в других странах с рыночной экономикой. Реструктуризация предприятий, которые находятся в государственной собственности с последующей постепенной приватизацией. Конечно, многие из этих реформационных мер приведут к росту безработицы, и поэтому необходимы усилия для обеспечения социальных страховочных механизмов. Надо сказать, что требуется больше рыночных механизмов в целом. Частный сектор в Беларуси совсем не велик по сравнению с другими странами. И немало есть государственных предприятий, и из них значительная часть убыточная. В результате появляется макроэкономическая проблема, и все эти убытки нужно финансировать, из чего проистекает микроэкономическая проблема, неэффективность. Если сравнить производительность в Беларуси, почему одна страна богаче другой? Может быть, две причины. Может быть, большая доля рабочей силы или выше производительность. На этом графике мы сравнили использование рабочей силы и производительность с другими странами по оси X. И видите, по оси Y это уровень занятости, то есть в процентах от возраста. И с точки зрения занятости в Беларуси дела идут хорошо. Нет страны, где было бы лучше. Но с точки зрения производительности показатель очень низкий. Дальше нужно уже увеличивать производительность, потому что дальше уже занятостью двигаться некуда. Необходимо, чтобы Беларусь догнала другие страны с переходной экономикой. Здесь показаны данные ЕБРР, особенно в отношении стран при переходе с плановой экономики к рыночной. Мы здесь сравнили Беларусь с другими странами, странами Балтии, Центральной, Восточной Европы. В начале 90-х Беларусь и другие страны находились примерно на одном уровне. С тех пор другие страны резко ушли вперед по этим показателям, а в Беларуси эти показатели гораздо хуже. Переход может быть
и хорош, но социальная стоимость перехода, быстрого перехода, может быть, тоже высокая. В начале 90-х экономисты очень много спорили о том, должен ли процесс перехода быть постепенным или быстрым. Некоторые экономисты говорили, что надо все делать быстро, потому что все реформы могут повиснуть или либерализировать цены и обеспечить более сбалансированные бюджеты трудно. Но говорили также другие экономисты о том, что социальная нагрузка будет очень высокая. И вот произошли конкретные эксперименты, которые можно оценить. Чехия, Польша, страны Балтии. Балтии решили переходить быстро к рынку, а другие страны использовали более постепенный подход. 25 лет назад шла дискуссия по поводу того, какой вариант лучше, и теперь уже эта дискуссия не идет. И в долгосрочной перспективе страны, которые быстрее либерализировались и росли быстрее, и так и вышло. При этом, однако, там, где была быстрая либерализация, также резкого падения ВВП наблюдалось. Так что, если ждать, то от этого менее больно не становится. Становится постепенно, но все более больно. Вы видите, какие показатели перехода к рыночной экономике Европейского банка. И начали-то они примерно с одного уровня. Справа страны Словакия, Чехия, Польша. Теперь посмотрим на график слева. Значит, я еще раз повторю. Вот слева это индикаторы перехода к рынку в 1995 году. И видите, чем выше планка была, тем больше был достигнут прогресс с либерализацией Польши, Словакии, Эстонии, справа. И вот слева ВВП, начиная с времени перехода на следующие несколько лет. Польша, Чехия, Эстония обнаружили меньшее падение, чем страны, где постепенно использовался подход. Таким образом, в качестве вывода можно сказать, что за последние 25 лет Беларусь демонстрировала темпы высокого экономического роста, но не последние 5 лет. Модель экономического роста перестала быть устойчивой, потому что возникает кризис. И чтобы этот кризис решить, необходима реформа усиления рыночного механизма, и в том числе по макроэкономическом уровне и на микроэкономическом уровне, в том числе по платежному балансу. Задержка в проведении реформ может лишь усугубить боль, а не ослабить ее. Большое спасибо за внимание.